приветствуйте на поле флаг Fair Play FIFA, судейскую бригаду матча и национальные сборные России и Молдовы! Вы должны в Инстаграме подписаться на страничку российского пляжного футбола. Так, все готово к старту матча с центра поля. Эту игру начинают футболисты сборной Молдовы. Давайте под ваши аплодисменты! И это гол! Россия! Дамы и господа, сборная России выходит 1-0 вперед. Это гол России! И смотрите, смотрите, что сейчас наши будут делать. Потом объясню, смотрите. Дорогие друзья, у автора забитого мяча Алексея Макарова родился сын, которого назвали Данила, но и команда сборная Швейцарии и сборная Азербайджана Максим Чушков. Сейв! Браво, Макс! И вновь Максим Чушков! Алексей Макаров! Красивый эпизод, две бисеклеты подряд у Макарова бисеклеты. Ну что ж, друзья, мяч в ворот Алексея Капсамуна. Борис Никонов! Гол! Россия! Дорогие друзья, теперь мы хотим услышать вас. Мяч в ворота сборной Молдовы забил номер 20-й. Засчитан ли этот гол или нет? Да, друзья, засчитан это гол Россия! 5-0 в пользу сборной России. Но автор забитого мяча номер 22-й Федор Земско! Отдельные аплодисменты, я считаю, Максим Чушков заслужил, наш вратарь, который отыграл на 0, друзья. А вот и 6-й гол, 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 гол! Дамы и господа, автор забитого мяча, ворота сборной Молдовы, номер 22-й, Федор Земсков! Дамы и господа, это гол! Этого мяча ворота сборной Молдовы номер 20-й Борис Никоноров. Ух, какой выстрел! Конечно, будем надеяться, что мундиаль состоится именно у нас. Thank you.
господа. Автор забитого мяча номер 22.